Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. Вы на канале, а жизнь идет своим чередом. Машенька, Машуня, Черняк. Давно вот меня уже наболело в душе. Я очень хочу поделиться своим, это крик души, своим мнением, своим желанием, своим восприятием. Постоянно критикуют по теле на канал Быковой деревенские многодетные мамы. Как они ее там поливают грязью, как они чего, мне там только какую гадость не говорят. Ну, прям я не знаю. Да она умница, да она разумница. Да она выращивает вообще, ну да, огородец у нее не очень. А она и деток растит, и коров растит, и скотину растит. И я не знаю, она и молоко делает, и творог делает. Вот она там с этими помощники там, то это. А как в таком хозяйстве без помощника? Да ей 24 часа в сутки не хватит, чтобы она это все сама, чтобы она это все сама переделала. Вот. Чудо, да? Чудо. А там еще виноград растет. Вот, я... Вы показываете, вот как я иду, вот дворы Новороссийска. Показываете растения, показываете проблемы, дороги. Показываете, как вы посуду моете, как она у вас прям, ну, всегда блестит, и когда нету посудомойки. И как вам всегда хочется мыть посуду, как вам всегда хочется убирать. Вот, и вы так прям, ну, я не знаю, 24 часа в сутки вы занимаетесь всем, всеми своими проблемами. А Быкова, ну, такая идиотка, ну, такая она нехорошая, ну, такая она прям, я не знаю, поливают грязью, что она сказала, как она сказала, и как она ведет стрим, и как она то, и как она это. Да люди добрые. Оглянитесь вокруг себя. Вам не стыдно? Вам не стыдно? Она зарабатывает. Это ее заработок. И без помощников в этом деле очень-очень сложно. Что бы вы ни говорили, как бы вы ни говорили. Вот, она вместо того, чтобы заниматься детьми, она монтирует эти ролики. Ну да, она работает, а детьми она занимается. Ой, как занимается. Старшие, да старшие нормальные у нее. Заклевали эту Женечку, девочку хорошенькую такую, ласковую. Обзывают ее такими словами, такое пишут. Да люди добрые, да разве можно, а? Да в кого ж вы превращаетесь, а? Вам что, за это деньги платят, что ли, что вы такую гадость пишете в этих комментариях? Вот я иду дворами Новороссийска. Вот рассказывайте о дереве. Рассказывайте, вот как асфальт как хорошо, как в тротуары, как в столбы покрасили. Как дома, небо, небоскребы. Ага, слабо. Нужно сплетницей быть, нужно обсуждать другого человека, который просто-напросто молодец. У нее талант. У нее талант быть блогером, находясь на, как говорится, на попе ровно, никуда не уезжая,
ну, я имею в виду, что из дома не уезжая, она одна тянет такую махину и подсадила еще на заработок, посадила еще столько этих блогеров, которые просто на ее контенте они зарабатывают. Вот, зарабатывают на ее контенте. А вы, люди добрые, подумайте, вместо того, чтобы хаять ее, вы ее лучше наоборот, похвалите. Вот посмотрите, вот я женщина, я дарю Быковой Ольге вот такие розы. Конечно, очень хорошо было бы, чтобы в ее дворе вот росли вот такие розы. Но для этого надо, конечно, садовника ей. Она не потянет. Она этого не... А может и потянет, кто его знает. Кто его знает, ее способности. Вот, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, дабы не пропустить следующие видео. Всего хорошего! С вами Мария. Вот юка уже зацвела. Пока-пока.